Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор фотополимерного принтера. До этого я тестировал самый, один из самых бюджетных вариантов на рынке, когда пластиковый пруток расплавляется и послойно создает какую-либо фигуру. Свои преимущества есть, свои недостатки в таком решении. Одно из преимуществ, конечно, это цена. Это же принтер фотополимерный, печатает жидкость смолой, застывающей под действием ультрафиолетового Света. Звучит, конечно, просто космически. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, ведь для меня этот принтер был так же, как и для тех кто, из вас, кто смотрит первый раз про такие принтеры выпуск, совершенно неожиданным, совершенно непонятным. И когда я вначале думал, неужели взять и жидкую смолу в это корыце заливать, 10 раз проверил, посмотрел, то есть действительно ли туда просто заливать, и оттуда печать идет, это было удивительно. На самом деле, конечно, я не буду сейчас углубляться в какие-то дебри ну, из-за того, что я просто сам не владею до конца информацией. Это нужно не один месяц печатать на таком принтере, чтобы взять и потом рассказать обо всех характеристиках начинки и так далее. Но, конечно, я напечатал несколько фигур. Первое, что мне понравилось, это то, что принтер действительно работает из коробки. Я только снял с него защитные пленки на окошках, чтобы было видно, что мы печатаем, и подключил его к розетке, поставил флешку, которая в комплекте откалибровал, там на самом деле пару кнопок нажимаешь и все. Залил смолу и отправил на печать тестовый кубик. Кубик получился замечательно. Действительно классный, единственное, все это липкое. И нужно потом промывать ее, по идее, какой-то спиртосодержащей жидкостью. Но я промыл под водой, но липкость не ушла. Имейте это в виду. Но, опять же, я уже погуглил, и я знаю, что существует много типов разных жидкостей, для него, из которых он печатает все эти материалы. Смол, так называемых. Полимерных. И, во-первых, еще нужно учитывать, что принтер очень пахучий. Точнее, не сам принтер, а в процессе работы жидкость. И когда заходишь в комнату, пахнет. Когда в ней находишься, как-то уже не так. А когда вот заходишь в квартиру, пахнет даже в коридоре. Поэтому э, покупайте такой принтер, то изучайте, смотрите. Либо покупайте с минимальным запахом смолы. Либо будьте готовы к тому, что нужно ставить его где-то в помещение, где будет вытяжка, либо открытое окно, чтобы все эти запахи уходили, несмотря на то, что здесь двойные угольные фильтры, как заявляет производитель, они очищают воздух. Технологии реально классные, вызывают удивление и восхищение, что можно напечатать какие-то вещи с такими нюансами, с такими деталями. Это реально очень круто. Единственное, не стоит уменьшать э, модель, потому что если вы ее уменьшите, принтер относительно небольшая область печати. Я, например, не смог распечатать опять уже на втором принтере свой чехол для Google Pixel 2XL. Он просто в программе. Программа идет в комплекте уже на флешке, в которой мы можем эти 3D-фигуры подогнать, как-то сделать что-то с ними. Он просто не умещается в область печати. Так вот, если просто вы несколько уменьшите фигуру, то есть возможность, что она будет более хрупкой. Но на самом деле печатает даже тестовый кубик изумительно обычная более простая печать такое нам не даст, а он получается более широковатые фигурки. Здесь же более дорогая печать, запах опять же, но качество получается просто выше. Хотя если мы посмотрим на него внимательно, тут э, просто как грубо говоря пресс, э, подложка она сверху и собственно наливаем печатающую жидкость в это корыца, уж по правильному как его назвать я не знаю, я называю корыца обычное простое слово. И под ним находится экран. Разрешение Quad HD, 2560 на 1440. И все. То есть получается, мы выбираем то, что нам нужно напечатать. На компьютере смотрим, поместится ли она сюда. Потому что область печати действительно относительно небольшая. То есть маленькие фигурки можно напечатать. Заливаем смолы необходимые. Главное еще не перелить, потому что лучше опустить этот пресс-подложку вниз и налить столько, сколько нужно смолы. И отправляем на печать. Еще раз скажу, что смолы бывают разные, которые у меня в комплекте имеют запах. Не такой сильный, как, например, раньше там красили, когда краска пахнет. Нет, но запах чувствуется. И я из-за того не напечатал много фигурок, по большому счету я начал печатать только Микки Мауса, но что-то плохо откалибровал, либо нужно было завинтить винт сверху лучше. У меня подложка перекосилась и напечаталась только одна нога, но зато напечаталась нога классно. Но опять же нужно следить. Меня очень волновал вопрос, что делать, как посмотреть, не съехала ли модель. На самом деле, все просто. Когда мы отправили на печать, а большая фигура, типа Микки Мауса, она может печататься и 10 часов. Поэтому на ночь можно оставлять печать. И для того, чтобы проверить, потому что вот эта область печати, само корыто, оно достаточно высокое. Мы можем нажать просто паузу, поставить на паузу, тогда подложка поднимается вверх, и мы видим, печатается там или нет. Моя большая благодарность компании Кадрифт за то, что предоставили этот принтер на обзор, иначе где бы я его взял? Покупать себе я такой не планировал. На данный момент стоит он чуть больше 30 тысяч рублей. В Москве продается в Экодрифте с официальной гарантией, с доставкой. Поэтому ссылку на сайт я оставляю. Кому интересно, посмотрите, что это такое вообще. Может быть, вам это будет интересно. Потому что, на мой взгляд, конечно, это не самые маленькие деньги. С другой стороны, если вам интересно в этом разобраться, вникнуть, пробовать разные смолы, опять же, гуглить, смотреть, читать и печатать, то вы будете очень довольны результатом. Можно сделать, опять же, смолы бывают разные, в зависимости от цвета. Она застывает, например, мелкие детали могут слегка гнуться, могут не гнуться. И это очень интересно. Можно напечатать, опять же, создать что-то самому. Можно напечатать какие-то шахматные фигуры. Представляете, создать себе шахматные фигуры на 3D принтере. Можно какие-то детали печатать пластиковые, в зависимости, опять же, от того, как он застынет. Это очень интересно. И если бы у меня было больше свободных денег, времени и, самое главное, помещений, потому что я даже толком мне уставить некуда, потому что квартира небольшая, дети, и просто запах, а было бы лето, я бы на балкон вынес. То я бы этим очень плотно и серьезно занялся, тестировал бы разные модели, выбирал бы из них лучше, и печатал бы, печатал, печатал. В любом случае, это интересно, это будущее уже наступило. В прошлом обзоре я говорил, что будут печатать 3D-дома, они уже печатаются, оказывается, притом с 2014 года, аж 6 лет назад. Целые дома печатаются, огромных 3D-принтеров, и это реально круто. По факту, подводим итоги. У него богатый комплект. Сам принтер, когда жена, кстати, зашла, она сказала, это что за допотопия? Выглядит он как какой-то музейный экспонат, чуть-чуть такой простой. Но самое главное, мы не требуется каких-то специфических знаний. Просто откалибровали, там нажали две кнопки, подложка опустилась, все нормально. Там инструкция, правда, на английском языке есть. Залили необходимое количество раствора, поставили на печать. Все. Периодически подходим, проверяем, все нормально печатается и получаем результат. Результат промываем. Может быть, и не только спиртосодержащей жидкости, может быть, в зависимости от смолы, можно чем-то другим и пользуемся у нас, получается, пусть маленькие на этом конкретном принтере, но очень высококачественные, созданные нами с помощью 3D принтера изделия. Это реально круто. Я на этом не прощаюсь, я а, как всегда говорю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков! С уважением ко всем! Давид! Счастливо! E